Иногда в некоторых местах хорошее, а в некоторых плохое. Особенно вот большегрузные машины идут. Магнит и в Пятерочку. Посмотрите, вот все в ямах. Какой адрес? Назовите, пожалуйста. Коммунистическая. У магазина на третьем квартале. Магазин «Магнит». Надо заделать ямы. Нормально. Ну, по 10-бальной, на 10 баллов. Нам все нравится. Все чисто, красиво, уютно. Тоже все устраивает. Здесь нормально, вот дорога-то здесь, вот, а больше я никуда не езжу. Очень плохо. Я хожу лично с ребенком, вот, и везде какие-то дыры, трещины и так далее. Нормально, даже тротуары, в принципе, они ненормальные. А могли бы назвать точный адрес? Да, хотя бы вот Холодова, Коммунистическая. Вот это вот, я хожу туда-сюда, и постоянно вот эти дырки, трещины. Ненормальные, в общем, дороги. Состояние бордюров, вот вы с коляской, насколько удобно спускать? Вообще неудобно. Потому что не везде спущен бордюр, чтобы можно было спокойно спуститься. Везде очень высокий, за счет этого неудобно с коляской. Хорошие, хорошие. Ну, более-менее прилично. Вот так сразу не могу ответить. Вот, но, во всяком случае, у нас машина, мы ездим. Вот, начало, конечно, вот сезона летнего немножко стали как бы... дороги улучшать состояние, что-то там ремонтировать. Но, в общем, конечно, ну, не очень хорошее. Но хотя, знаете, как сказать, все познается в сравнении. Где-то есть и хуже. У нас, как бы, может, и ничего. Но есть некоторые места, где не очень хорошо. Да, нормально. Можно ездить.